Всем привет! Вы на канале My Pets Planet, и в этом видеоролике я проведу небольшой эксперимент, в котором дам своим муравьям вида Campanotus parius несколько блюд на выбор, такие как банан, огурец и личинки жука-знахаря. Посмотрим, что муравьи больше всего из этого предпочтут. Банан, который произрастает на юге, собственно там, где и обитает этот вид. Огурец, который произрастает, наверное, везде, даже в дикой природе. Ну или же белок, личинки жука, которые им просто необходимы для развития колоний. Помещаем на арену две кормушки. Одна с огурцом и бананом, а вторая с личинками жука-знахаря. И смотрим, что муравьи выберут. Муравьев на арене много, поэтому они проявили внимание сразу ко всему. Сначала пара муравьев подошла к огурцу, и как я понял, они выпили остатки воды на нем, ну а большая же часть переключилась на банан. Все-таки банан сладкий и, наверное, более привычен для этого вида, поэтому он так и привлек их внимание. Ну и возможно, он и пахнет вкуснее. Вообще, эти муравьи достаточно у меня уже давно. Живут они в формикарии от Four Ants, Белый дом. И, как вы видите, живут они там очень даже хорошо. У них есть расплод на всех стадиях. В правом верхнем углу вы можете его видеть. Рабочих очень много, наверное, уже за 70. Правда, солдат, к сожалению, нет. Пока я снимал гнездо, муравьи украли личинок. И, как оказалось, затащили их в формикарий. Тут они их будут разделывать и есть. Буквально через час от банана ничего и не осталось. Ну а огурец муравьи проигнорировали. На этом все. Всем пока. Вы были на канале My Pets Planet.